И начнем наш выпуск с происшествия. Сегодня горело здание в узбекском подворье национальной деревни Саратова. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. По счастливой случайности никто не пострадал. С места события репортаж Анны Лопатиной. Сегодня в этнографическом комплексе «Национальная деревня» на Соколовой горе произошел крупный пожар. Очаг возгорания находился в кухне узбекского подворья. Пожар охватил отдельно стоящее двухэтажное здание. Пострадавших и погибших нет. В момент возгорания в здании никого не было. На месте происшествия работало 8 пожарных расчетов и более 62 человек личного состава МЧС. Угрозы распространения огня на близлежащие здания не было. В данный момент причины возгорания неизвестны. По прибытии первых пожарных подразделений происходило открытое горение на втором этаже в мансарде здания на площади ориентировочно 80 квадратных метров. Тушение пожара осложнялось, значит, отсутствием водоисточников на территории данного объекта. Ближайшие водоисточники находились на расстоянии 1,5-2 километра. Приходилось подвозить воду, значит, автоцистернами. А на месте пожара был объявлен вызов номер 2, повышенный ранг пожара.